что ты на меня все смотришь? Я виноват, что твоя гора с дыркой и воду не держит. Ну, скажи спасибо, что вовремя определили. Спасибо. Да силами этой экспедиции я ничего не смогу сделать. Тут нужно расширять район исследований, выбивать новые сроки, людей, технику, понимаешь? А вам это невыгодно. Тем более автор проекта не доктор наук. Не лауреат. И вообще неизвестно, чем все это обернется. А мне известно, что такое сверхнормативная фильтрация. А что там в горе? Карст, провал! Куда вода девается? Черт ее знает! Тут можно годы провозиться, и все без толку. Послушай, старого волка, не держись ты за этот свой эффектный вариант. Поищи другой створ. Благодарю за совет, Виктор Михайлович. Но неохота подражать такой серенькой с усиками, которая с корабля драпает. Это ты мне? Мне? Мальчишка, мальчишка, молокосос! Ты завалишь первый проект, всю жизнь будешь носить вот здесь ярлык неудачника. С вашей помощью, возможно, у вас тут уже лежит отрицательное заключение. А ты думаешь, я с тобой в прятки буду играть? Не на того напал. Вижу, что не на того. Жалко, что сразу не понял. Ты еще многого не понял. Ну ничего, поймешь, жизнь научит.